Господи помилуй, слава Тебе. Видишь, как боится сатана, сразу рухнули. Хвала Тебе, наш Господь, за великие неизреченные милости Твои. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Нечестие беззаконного, говорит в сердце моем, нет страха Божия перед глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие. Становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщается от уха дома Твоего, из потока сладости Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царь Небесный, утешитель души истинной, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа, Спаса, Избавителя душам нашим. Аллилуйя. Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о Твоей любви, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо праведникам Ты скажешь, которые приняли Тебя, уверовали в Тебя, жили по Твоим святым заповедям, войдите в радость Господина Своего». Грешникам же, блудникам, прелюбодеям, разбойникам, табакурам, пьяницам, Ты скажешь, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, вместе с сатаною и ангелами его, где чернь не умирает, огонь не угасает. Господи, сохрани нас от того, чтобы душа наша отвратилась от Тебя. Прибуди с нами. Благослови правителей этого мира, дай им страх Твой святой, дабы мудро управляли народом. Ибо Слово Твое свидетельствует, что с начальствующей будет строгое испытание. И сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И научи нас ценить мирное время. Господи, помоги детям Сирии, обездоленным и брошенным. Будь милостив к нам, Владыка. Научи нас слушать голос Твой. Ты желаешь и посылаешь вестников оповестить о любви Твоей. Ты есть истинная виноградная лоза, а Отец Свой виноградарь. А верующие в Тебя ветви, и всякую засохшую ветвь Господь отсекает и выбрасывает вон на сожжение огню. Да не будет этого с нами, ибо у грешника поле заросло терновником, по которому нет проходу, и оно обрекается сожжению. Слава Тебе, Боже наш, за грозное предупреждение, чтобы мы научились ценить это мирное время
ибо Слово Твое предупреждает, что грядут великие и страшные испытания на земной шар, и треть человечества будет погублена, и мало кто будет обращаться к Тебе. Будут гнойные язвы, а люди будут хулить Тебя. Прости нас, Господи, помилуй и сохрани. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аллилуйя. Мы умоляем Тебя, Господи, услыши нашу молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И нет иного Бога, кроме Тебя. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Ибо всякий, делающий правду, идет к свету, дабы явны были дела его. А делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Ты позволил нам спуститься на это адово дно, где столько прелюбодейства, зависти. Помилуй нас, Господи, и коснись сердца этих людей, находящихся здесь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, милостив будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И дух, и невеста, церковь Твоя святая православная, говорят, приди, мы ожидаем Тебя, Господи. Помилуй наследие Твое, помилуй и прости, и благослови. До сего дня Ты хранил нас, Господи, и мы вступили в этот новый день, которого никогда не было во Вселенной, и мы не знаем, что нас ожидает. Только Ты сказал и предупредил, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, за все благодаря Бога. Он посылает человеку скорби, и по мере умножения скорбей увеличивает и силы его, чтобы он мог перенести. Горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны вы, когда будут вас гнать, преследовать и всячески злословить за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Аллилуйя! Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Почему люди ошибаются? Ты сказал, что они не знают силы Божией и не знают Писания, потому заблуждаются. Слава Тебе, Боже наш! Благодарим Тебя за Святое Слово, за Священное Писание, которое называется Святой Библией, в которой открыты нам и начальные пылинки Вселенной, как творились. И сегодняшняя жизнь была предсказана, и до последнего дня жизни, когда Ты придешь судить мир, и раздадутся трубы архангельские, и при последней архангельской трубе мертвые воскреснут нетленными телами, и праведники будут восхищены Господу в сретение, и так всегда будут. А грешники ничего не увидят доброго, и они пожелают одну каплю воды прохладить язык свой, но будут брошены в огонь негасимый. Помилуй нас, Господи, помилуй, исцели души наши. Мы на Тебя, Господи, уповаем. К Тебе желаем приблизиться еще более. Благослови нас, Владыка. Господи Боже наш, благослови патриарха, священников, епископов, паству и даруй всем духовное рождение свыше. Ибо кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Господи, и кто не имеет Духа Святого, тот и не его.
о чем так тосковал Серафим Саровский, говоря: «Жизнь, смысл ее в стяжании Духа Святого. Аллилуйя, что ты даешь людей, которые близки к тебе и дают нам откровение от тебя. Благодарим тебя за святых апостолов, пророков, за всех авторов Священного Писания, за всех переводчиков на русский язык. Хвала тебе! Благослови их, Господи, и в вечности. Они достойны прославления. Они миллионам людей открыли закрытое. Слава тебе! Умоляем тебя, Господи, о родных и близких, о пьяницах, о распутниках. Коснись их сердец. Открой им истину твою. Ибо пророк Исаия говорит: «И кто поверил слышимому от нас, имея уши не слышит, имея глаза не видит». И сам Спаситель говорит: «Обратись ко мне и помажь мазью глаза твои, и увидишь срамоту наготы твоей, что ты нищ и беден». А Господь стоит и стучит в сердце у дверей, и кто отворит и войдет к нему, и будет вечерять с ним, и он с ним. Слава тебе, Господи! Какой глубокий смысл жизни человека ты даешь! Благословен Спаситель наш! И кроме тебя нет иного Бога, который так заботится о создании своем. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Это вот небольшое утреннее моление. Если какие вопросы есть, задавайте, я постараюсь вам ответить. А вот наши ресурсы. Называется так: YouTube «Во свете Библии». Если подставите сайт, зайдете на сайт, форум на форум. А если «Во свете Библии» на YouTube, зайдете на YouTube. У нас 14 160 роликов. А это моя фамилия, имя. Это в Skype, если пожелаете зайти. Ваше Преосвященство, благословите меня на день сегодняшний. Все говорит? Благословение. Ну, преподай благословение. Ты священник-то, а не я. Благослови на добрые дела, батюшка. Итак, если вопросов нету, я отхожу. Батюшка, батюшка, и благословите меня, и меня, и оружие мое, которое избавит этот мир от грешников всех. Это у вас что, пистолет? Оно избавит этот мир от грешников всех. Ну, я понял. Это у вас пистолет, плохо видно как-то. Да, да, батюшка. Я скажу вам, написано у нас так. Молитесь за обижающих вас. Благословите. В полицию где-то сдайте по-хорошему и все. Успокойтесь, ваша жизнь продлится. Вы ничего не сделаете. Это ничего не сделаете, потому что... Они отобрали у меня мою пашню. Господь говорит так: любите врагов ваших, чтобы жили безмятежно, то есть без мятежей, без революций, без майданов. Нам это не надо, мы молимся. Успокойтесь, оставьте. Благословите меня сегодня. Я вам сказал, мы спорить не будем. Постарайтесь избавиться, пока вам не пришла неприятность. Божий. Так, я еще раз прошу, если вопросы духовного содержания есть, я постараюсь ответить. Есть. Как мне с этим справиться? Так, подойди поближе, Володя. Как ему с этим справиться? Очень просто. Помолись и скажи: «Господи, благослови меня, отойди от дел дьявольских». А потом скажи: «Отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всей гордыни его и всех ангелов его». А то сатана заставляет убивать. Он есть человекоубийца. И лжец. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Они забрали у меня 4 акра земли. 10 голов скота. Что? Забрали 4 акра земли. И... Ничего не сделаешь. В государстве уничтожено 21 тысяча сел. И 10 тысяч, говорят, дышат на ладан, 1-2 человека. А мы, вот православные христиане, мы получили землю, и 27 лет все православные. Восстанавливаем наше поселение родовое, где было. Отпустили нам земли сколько? Вот у нас оно фермера 400 гектар. Не акра, а гектар.
И мы, у нас то первое, ну, первое условие, чтобы человек доказал, кто к нам едет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот это пять столпов. А дальше уже мы будем говорить. Если разрешат, чтобы не один был, с женой, с детьми, сам должен дом построить, хозяйство завести. И вот 27 лет мы строим деревню. Я был начальник детского лагеря православного. Православный, он один лагерь был такой. Прощения прошу за... Меня черт попутал. Прощения прошу. Где мы попутал? 300 лет, но выхода больше не видел такого. Ну вы послушайте, что я вам говорю. Выбросьте его. Прямо сейчас от себя отодвиньте и выбросьте. Мы расстанемся. И вы подумайте, или закопаете, или утопите где-то. Все. Правильно сделали, что... И тогда вы не пожалеете. Вы запомните мое имя, фамилия. Вот. Вы меня найдете потом. Бросьте. Вы ничего не сделаете, только себя. Все. Все, во славу Божию. Я служил в армии, я знаю, и оружие, все знаю. Но в 23 года меня Бог призвал. А у меня в мыслях было тогда, я был патриот. Отомстить коммунистам. Я готовился стать террористом. Я и стрелял, и на коне, и... Ну, все знал абсолютно. А когда Евангелие в руки попало, то есть вот эта книга называется «Святая Библия», вы можете в церковь пойти и купить. Священнику об этом не говорите, что у вас пистолет. Каждое воскресенье хожу. Каждое воскресенье ходит в церковь. Ну хорошо. А про пистолет никому не рассказывай. Про как вы узнали, что мне 23? Я не говорил этого. Вы про себя сказали. Я про себя сказал, когда я обратился. Я подумал, что вы сказали. Да нет, я не... 23, у меня... Господь вас благословит. Дед умер, осталась земля, и эту землю сейчас отбирают. Ничего нет, Господь что-то другое уготовил. Как вас звать? Я могу помолиться о вас. Григорий. Григорий. Что же Григорий-то означает? Я не посмотрел. Ну, это святое имя. Григорий Богослов был. Так что помолись своему святому и скажи, помоги мне, чтобы сердце утишилось. Ты ничего не исправишь. Только себя погубишь. Тебя сразу схватят, скрутят, и тебя пытать будут, кто соучастники. Никак. Только на исповеди про этот пистолет никогда не поминай. Потому что при Петре Первом священников обязали говорить на исповедь, открывать исповедь. Искали врагов государства, и церковь потеряла авторитет. Про это не надо говорить. Ты ничего не сделал, они не помогут. А сам про себя покайся. А остальные грехи исповедуй. Думал там не так. Что еще там было? Вы зайдите на наши вот эти ресурсы, вот на сайте. Вот запомните, во свете Библии на сайте. Там мои книги, 41 книга у меня вышла из печати. Можно секунду Давай. Записать? Давайте, запишите. Спасибо большое, ваше... Слава спасибо Христу. А если сайт... Да, смотрите, во свете Библии на Ютубе вы найдете себя. Вот в этом сайте вы найдете то, что я сказал. Там государственные фильмы о нас снятые, занявшие первое место на международном киноконкурсе. О форуме 1600 тем. А вот это, на, если по скайпу зайдете, только скажите, мы разговаривали с вами вот в этом чат-рулетке. И только, чтобы лицо было открыто. У нас церковь закрылась лет 5 уже назад. И что? Там только в соседнем селе ездим. Ездили с дедом. Церковь закрылась лет 5 тому назад, они сейчас в соседней деревне ездят. Ну, ничего не сделаешь. А у нас церковь, мы с нуля начали. Брат у меня протоиерей, он на 5 лет моложе меня. Вот на днях мы отмечали, он 40 лет. В священном сане. Вот отдельно приехал у нас митрополит, служил. Вы увидите, как литургия идет. Он вас преосвященство называет? Нет, я простой. Никакой я не преосвященство. Преосвященство – это епископ. Я просто мирянин. Я пещи делал. Но за слово Божие меня пытали. Я 5 тюрем прошел. Сидел сколько. Меня 26 только психиатрия давила, выкручивала. Что только со мной не делали. Но Бог сохранил веру. Так что я знаю, Бог никогда не покинет. Он верный в слове своем. Уповай на Бога. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Мы не говорим спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Во славу Божию. Хорошо, если будет трудно, вы тогда по скайпу зайдите и меня найдете.
Но только чтобы лицо было открыто. На работу встал. Вот сейчас Ну хорошо. Когда-то, допустим, через месяц вы зайдете, хоть когда, только чтобы лицо было открыто без темных очков, чтобы я вас видел. Никаких ников, аватаров, чтобы не было. Во славу Божию. До свидания. Да сохранит вас Господь от всего, что не славит Его. Все. Меньше, чтобы не громко там было. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Слава тебе, милосердный Создатель. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Нет иного Бога, кроме Тебя, Спаситель наш. Ибо Ты послал нас сюда, предупредить людей, какая грозная опасность ждет прелюбодеев, блудников, табакуров, убийц, сквернословов и пьяниц. Никто из них не будет с Тобой в раю. Но они после смерти будут брошены в озеро Огненное вместе с дьяволом за то, что не приняли Тебя, Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, умершего за наши грехи. Ибо Ты, Господи, сказал, верующий в Меня имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, на казнь, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злаку, вянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле, и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Аллилуйя! И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Аллилуйя! Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневать и оставь ярость. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю. Аллилуйя. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Мало и у праведника лучше богатство многих нечестивых. Ибо мышцы нечестивых сокрушаются, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых,
истребиться. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа, держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Мы умоляем Тебя, Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, с великой вестью о Сыне Твоем распятом за наши грехи и воскрешение. Пошли их к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем да будет явлена любовь Твоя, Господи. Мы нуждаемся в мире и в душе, ибо человек, неверующий в Бога, готов совершить любое преступление. Ты дал нам...